Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова YouTube-канал Тутси, лайфхаки, диеты, путешествия, обзоры товаров и продуктов. Сегодня я хочу рассказать вам, как очень быстро и вкусно приготовить салат на основе куриных желудочков, от которого вы можете только похудеть. Нам потребуется 300-400 граммов куриных желудочков. Я их отварила в специях с лавровым листиком, с перцем, с морковочкой, чтобы получился такой душистый ароматный бульон. И поэтому желудочки тоже получаются очень вкусные. При этом мы варим их достаточно долго, больше часа, иногда полтора, потому что это жесткие желудочки, и они варятся долго. Затем нам потребуется 200 граммов моркови, которую мы натерли на терке для корейской моркови. 1 чайная ложка натурального яблочного уксуса, либо лимонного сока. 1-2 чайные ложки вашей любимой приправы, а лучше взять готовую приправу для корейской моркови, но не слишком острую, потому что острая приправа вызовет у вас сильный аппетит. И 1 столовую ложку соевого соуса. Также можно добавлять лук и чеснок, но я его не добавляю, потому что я работаю с детьми. Итак, берем и все это тщательно перемешиваем. И вот посмотрите, какой чудесный салатик у нас получился. Он очень ароматный, очень приятно пахнет и очень аппетитный. Это действительно диетический салат. Почему? Потому что калорийность вот этих куриных желудочков всего лишь 120 килокалорий на 100 граммов. Но это вместе с жирком. А мы обязательно убираем жирок с этих желудочков, и тогда эта калорийность падает даже меньше 100. Поэтому это считается диетический продукт. И он очень хорошо отбивает аппетит. Затем по поводу масла. Масло лучше, конечно, сюда не добавлять, либо добавить буквально несколько капель, потому что масло нам не нужно. Самое главное, этот салатик мы едим без хлеба, без масла, без майонеза, без картошки. То есть это салатик чисто белково-овощная еда. Если наш организм не получает с пищей углеводов или получает их достаточно мало, то он начинает сжигать наши собственные жировые запасы. А теперь я хочу передать привет моим подписчикам, которые оставляли комментарии под моими новыми видеороликами. Итак, большой привет! Элла Элуния, Наташа Могильная, Людмила Жезлова, Елена, Илона Илона, Ничего Личного, Алекса Бурдужа, Ольга Маклева, Татьяна Водофон, Таськин Ежедневник, Не Ангел, Наташа Хажаинова, Евгения Голубцова, Альбиночка Залга, Татьяна Бутакова. Большое спасибо за ваши комментарии, я всегда их читаю, мне очень приятно. До свидания, удачи всем. Я желаю вам всем быть стройными и красивыми. С вами был YouTube-канал Тутси.